проиграли команде первой лиги. В последнем товарищеском матче перед стартом сезона «Черноморец» уступил Александрии со счетом 0-1. Единственный мяч после розыгрыша углового провел старенький. Накануне поединка поступила официальная информация о подписании контракта с форвардом Алексеем Антоновым. Покинул ряды моряков центральный полузащитник Сергей Политыло, который подписал трехлетнее соглашение с Днепром. Ближайший матч «Черноморец» проведет с донецким «Шахтером» в битве за Суперкубок 10 июля.